перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Ножом потом сделать. Если электричество уже на этом студии, значит двигаться будем, значит дальше двигаться будем. Ручка и стоит, и близкие люди. Так мы двигаться будем, значит дальше двигаться будем. Давай еще пока скажи, другой сделать. Не его ножом, а не становится такой. Всем привет, всем привет. Люди добавляются. Рад вас видеть. Вещаем с базы снова. Работа ведется. Прямо сейчас. Можешь мне взяться? Вот да, в эфире работаем, сочиняем прямо сейчас. Так получилось, что идет сейчас тема. Всем привет, привет. Привет Сатарина передают. Сейчас делаем вообще лютую тему, очень крутую. Пришел нам предтеча. Все присоединяются. Третий эфир КД. Респект вам, респект, респект. Будет новый материал, будет скоро. До концерта планируем 3 трека. Зарелизить еще, наверное. Так вот примерно. Привет. Где все? Классика, вот. Парни сейчас работают. Питер 22 декабря. Приедем. Видим. Питер 22 декабря. В клубе Экшн. Спасибо, респекты, салам из Казахстана, вам тоже салам. Приеду везде, где получится. Так, тихо, потому что пишется Илюха. Из брянских лесов приветствую. Материал скоро. Скоро материал. Будем делать. И сейчас делаем. Понимаю, негодование некоторых людей, но там новый Skylark, но душа поет сейчас так. Я думаю, порадуем, но людей, тех, кто приводит в старом стиле, слушают тоже. Сейчас просто как-то не выходит. Это душа другой настрой. Так. Сибирь приветствует из Омска, Ярослава, студия несет добрый свет. Спасибо, что делаете. Делаем новый трек «Воздух на студии». Все будет 9-1-1. И еще трючок. И еще. В общем, скоро снимаем все видос. Я думаю, он будет очень веселый, смешной, позитивный. Вот. 9 ноября, вы помните, 16 тонн, качаем. И самое главное, что те, кто хотел как-то издалека приехать, просто билеты как-то очень быстро уходят, и лучше возьмите заранее. Потому что в день концерта может его не быть. Так. Альбом в разном звучании, вот спрашивают, как он звучание, я не знаю, это не альбом, просто работаю, как бы, решил сделать снова
Я чёрт в теме с нами. Да, на блиц-опрос, наверное, банк. Так, Зурьяновский успех. Кто такой Илюха? Илюха, это... Вот он сейчас я вам покажу. Вот. Е-е-е, он сделал гангстерство с папин. Я себя слышу с садовым эхо. Придумаем Михе там пару прикольных. Так. Как с клепушниками. Вот как раз работаем над этим. В ближайшее время вы увидите первую работу КД на видео. Это действительно история. Для меня все крутое. Ладно, вы фирмы туда идете. Кто-то песню заказывает в кабаке нашем. Тюмень на связи. Альбом, я не знаю, сколько сейчас треков принято делать альбом, напишите. Может быть, получится в этом году даже. Название я уже придумал. Спасибо за 8. Вам спасибо, друзья. Все для вас сделал, старался. Хотел, чтобы вы услышали мои ноты души до концерта, который в Москве состоится. У меня это большое событие. Очень рад буду всех видеть, точнее, по полной. Будет много сюрпризов, неожиданных. Вообще, пишите в комментах, как вам новый материал. Старой школы, да, было треки, конечно. Вот до этого трека сейчас писали как раз. Ну, из Иваново люди понимают про новый стиль. Это не новый стиль, на самом деле, это старый стиль, просто музыка не бывает разной. Поэтому это все. Так, все, понял. Будем стараться микрофон не трогать. Будет игровая часть 2, люди спрашивают. Но это было бы вообще жесть, но вот сами представьте. Билеты на кармане уже у кого-то на концерт. Это круто. В старом стиле, да, треки будут, но оно как пойдет. Инсайд-шоу тоже, надеюсь, в ноябре мы снимем. Сейчас еще куча всего. Поэтому много идей. С Типсидипом мы еще не пересеклись. Спасибо вам за то, что слушаете треки, которые выходят. Дела в порядке, все ровно. Вот Гена заваривает чай. Какой чай ты сейчас наливаешь? Все на одно. О, чай сегодня. А, Цзинь Мэй из Гуандуна. Те самые брови. Спасибо, брат. Чай от Грёма. Ну там оно будет более эпично. Это не шейный каст, это лишь. Так, если глаза закрыть, чувствую, что водопад шумит. Непонятно. Ты надолго в игру? Не знаю, честно говоря, надеюсь, что будем делать до того. Доброго вечера, братья вам. Так, 1.8. Мишка, передай привет астраханским пацанам. Астраханским пацанам привет. ПТД, Миша Шупина. Меня никто не остановит, не будет никогда повторить трека. Салам, Кузьмич. Кузьмича много обсуждают. Миша в деле понравился. Молодцы, Миштячок. Я старался. Скоро зацените новый мерч. С новыми лего. 2005 полет нормальный. Как раз эту тему сейчас писали. Треки огонь, как ты, Миха? Я в порядке. Передай привет Палкосу, пожалуйста. Палкосу, привет. Ген, тебе привет. Привет. Сейчас Илюха зарядит какой-то чат ВКонтакте. И там мы разыграем футболки. Они у меня уже лежат, но это из старой коллекции. Это вообще же летят. Ген здесь, чай в деле. Это те самые брови. Да, и на лице, и в чашке. Дальше, двигаться, привет, салам, осень, бомба. Спасибо, парень, Мишаня, жги.
дальше двигаться, будем двигаться. Бог еще подписать нам будет. Да, мы еще подпишем их, конечно, забираем. Я еще, правда, не отправил футболку тем, кому должен. 5000 подписчиков за самый такой коммент и еще билет. Но все это у меня в планах есть, я это в ближайшую неделю сделаю. Помогаем там, начальству. Обложки крутые на треках делает наш братан. Вообще, от души респект. Уважаю. Питере какой клуб? Мы еще дальше будем делать их, и сейчас в планах прикольные сцены. В Питере какой клуб? Он нам помогает помягче тоже. В Питере клуб Action. Клуб Action 22 декабря. Всех ждем. До этого времени, я надеюсь, вы увидите уже видосы и будет много интересного. Да, у нас есть для вас приколюха на концерте. Это будет неожиданно. Миша в эфире долго будет. Сегодня не знаю, как вы сами думаете. Как пойдет? А так в целом будем раз в месяц, наверное, выходить пока. Может быть, когда-то будут какие-то новости. Сейчас они в целом. 8 на репите стоит вторую неделю. Девушка 10 уже. Понял? От души. Режика не знаем. Очень шикарный трек. Спасибо вам. Голод сильный. Да не в этом дело. Просто захотелось. Голод души какой-то. Давайте жару, братану. Вы совместку сейчас записываете? Нет. Совместку мы сейчас записывали с Утречка. Сейчас пишем новый причело. Просто возник новый музон одного битмаря. Нечаянно. Что-то на него застелить захотелось с вчерашнего дня. Сейчас хочу ему написать там точно. Надеюсь, бит он еще не пробует. Так, привет, ДНР. Ой, как убрать ДНР? Давай сделаем другое. Сейчас в радость, когда в Мурманск приедешь. Когда позовут. Пили фит с Мияги. Я не знаю, ребят, честно, пока. Мишаня, когда уже вы там с Рустом помиритесь, давайте совместно. Салам, шум. Шумит Миха, блин, когда альбом? Я не знаю, ребята, что происходит, почему так? Ты у Димона, да, мы у Димона. Миша, здорово. Вопрос такой, что из старых вещей собираешься перечитать, преподнести публике, так сказать, новым прочтением? Перечитать, да много всего. На самом деле на концерте будет из первого альбома все, что людям заходило, из второго альбома все, что людям заходило, и все новое, что вы успели сделать до этого времени, то, что вы сейчас слышали, эти три трека и так далее. Точнее, по полной, плюс все совместки, которые были с теми, с кем я сейчас двигаюсь по жизни. И плюс небольшие сюрпризы, которые некоторые люди не ожидают. В общем, будет огонь. Работаем. Я уже готовлюсь. Шипение, жесть фоном идет. Что делать? Почему так? За что? Что-то со звуком. Салат с Харькова. Салат. Прикольно. Оливьешечка. Как с хэшем Миш двигался. Блин, мы с ним вообще не двигаемся. Не знаю, кто это. Салам алейкум из Казахстана. Очень тихо, один шум. Миша в деле, красава, отличные треки. У тебя осень зашел на ура. Миш зал очень маленький, выбрал для концерта. Блин, мы это уже поняли. Похоже на то. Но билеты постарайтесь, сейчас, придите. И пока остались. Очень рад всех видеть. Были. Самара, слушай. Мы будем надеяться, мы работаем. СПС. А по Москве, кстати, вы можете не успеть на концерт. У нас билеты разлетаются. Надо брать сегодня. Сегодня покупайте билеты. Электронные. Не ждите. Полистай. Это не шипение, это розовый шум. Зачитай дровишки. Я уж не знаю. Прикинь, такой тебе. Зачитай то. 9 и 22. Надеемся, что будет. Надеемся. Грибе, привет. Всегда вообще всем. Что за шум? Я не знаю. Ну вообще в тишине Илюха пишется. То есть даже так. Не знаю.
Или, ну да, ну. Мишань говорит, громче, плохо слышно. Чайковский. Уфа, привет. Неожиданное возвращение в рэп. Честно, для меня тоже. Но мы будем делать очень куча идей. Очень-очень много. Больше, чем времени. Неожиданное возвращение в рэп. Но зашел. Очень-очень-очень необычно, но зашел. От души. Тоже не районно. Ничего не чувствую. Слышно хуёво. Очень плохо слышно. Какой инфис? Что это инфис? Одесса на связи, салют, братишка. Привет из Абакана. Будут ли треки на музыке чьи-то, кроме Димон, Ан, Кит, ну или Илья, может, Сварганит, Мазло. Илья, может, Сварганит, Сварганит, да, он типа обещал еще кто-то Сварганит. Он Варганит, Варганит. Запиши с родственниками, когда он сайт шоу. А мы можем сейчас? Слушай, а мы можем сейчас? Или в эфире не будем, просто прослушать, как он делает. Зверно все сделайте. Что за чай? Майк, Миша в деле. Просто бомба трек. Шипит. Чё шипит? Я не знаю. Я не знаю, что шипит, честно. Привет из Орехова. Ой, сам из Орехова родом. Из района. Папа, папа, это хит. Осень. 2018, летейший трек, но очень короткий. Так не хватает еще одного куплета. Спасибо большое, не слышно. Очень сильно шипит. Спасибо, Мишань, за приветы. Где у Дуты? Дуты дома. Завтра мы с ним увидимся. Прошу прощения по ходу за этот эфир, что-то мне возможно с трубой, потому что шипение, не знаю. Здравствуйте, это правда, вы правда, большое спасибо вам за все. Генок, Генок, привет тебе с Оренбурга. Назарик 2286. Сейчас той части нет. Любое надо на видео делать. Звон тоже, шипение. Потихо, включи тебе и все. Вот. Нет, все, я хотел, чтобы вы услышали просто. Сейчас, скажи, что там в Контосе-то мы будем делать? В Контосе, да, будет чат у нас, ребята, будет чат, будут розыгрыши футбола каких-то. Еще движения, думаем, всякие штуки. Миха ответит на ваши вопросы в письменном виде. Просто подготовьте их заранее, чтобы они не были одинаковыми. А все, кто будет что-то оскорблять или иметь в виду сказать плохого, в баню навсегда отправятся со всех соцсетей. Вот. В реал-тайме, да, в трансляции планируем Гендоса подключить еще. Гендос, ты сможешь, да, в этом быть? Где? В чате, в Контосе. Да, с нами. Да, Димона, вот еще бы классно. Вот этого вот. А что вот так? Когда в Контосе? Еще не решили, какое число. Ну, там идет по какая-то голосовалка и так далее. Ой, тут слушай, столько вопросов, Миха, мне кажется, я за всю жизнь к нему. Чайные бега будут зимой? Нет, ни в коем случае. Звук говно не слышно. Да, что за шум, Миха? Блин, наверное, да, с микрофоном у тебя беда. Здорово, здорово, ребята. Решить со звуком. Миха, будет что-нибудь с Руставели у тебя? С Ханты-Мансийска, респект, респект. Блин, шипение, короче, люди обламываются, прям сильно им плохо. Говорили. Салам, Миха из Татарстана. Не, ну просто, давай послушаем черновик, мы же его поменять можем. А музон, слышно вам? Нет? Музыку слышно кому-нибудь? Чтобы там поляну не палить. Двигаться будем, дальше.
Пока есть электричество и воздух на студии. Двигаться будем дальше, дальше. Двигаться будем. Чтобы вообще добить. Клипы на какие треки? Ну, что, можно же будет на какие клипы треки? Это же не секрет. Ну, а ты сам уверен, как все на 100%? Да. Все, и... да. Миша в деле. Просто вижу, как все будет. Это будет сила, парни. Двигаться будем. Есть клипы, есть стол. Близкие люди. В общем, я думал всегда так. Я всегда думал так. Если есть вот я, и меня качает, есть еще, ну, значит, человек 10, который также прокачает, и мы сделаем кач. Совместно, блядь. Где Кузьмич из Барнаула? Когда в Питере будет продавать билеты? Салют. Я даже не знаю. Ребята, мне кажется, тоже не знают ответ на эти вопросы. Когда? Шипит пипец. Салам из Ташкента. Шумит жесть. Канат. Привет. Илюха пишется. Илюха уже записался. Когда? Гена, как у Илюхи прическу сделаешь? С Иркутска привет, Миша снова в деле, прайд дружен огонь. Выйди и заново начни эфир, слушай, советую. Как вот это сделать? Не сохранить потом. Да? Ну, можно говорить, не знаю. Но вряд ли, это не поможет. Конечно, не поможет, похоже. Походу, мне надо будет трубу заменить. Просто раз, мы просто думали на другую причину шипения. Но шипение не то было. Я смотрел трансляцию, это с микрофоном связано. Татух не сосчитать, даже вот спрашивают. Но это сложно. Наконец нашел того, кто будет продолжать меня колбасить. Гений, респект, здоровяк. Михаил Бицуху. Михаил, ее нету, но... Привет из Питера. Проект, Михаил это шипение мусорской рации, пишет. Нас слушают и палят. И снова палят. Давай. Перезапустите трансляцию. Говорят, что это не поможет. Расскажи про создание песни «Не очень». Существует же две версии. Почему изменили Винус? Да, был огромный трек. Пришлось его распилить на три части. Получилось дрова, голда и не очень. Стременно что-то так. А минуса пришлось выбирать путем исключения. Спрашивают, Димон будет ли читать? Димон сказал, что будет. Ну, у Димона на базе вещаем. Оттуда, где все писалось почти. Всегда. Я прихожу и все, понимаю, что сейчас будет снова 80 припевов. Слушай, да, попробуй переключить, раз можно. Но мне кажется, это? Не поможет. Нет, плохо слышно людям. Давай попробуем перезагрузить. Давай, нажми. Сын не заходит. Так. Как, завершить и все? Завершите, да. Нет, пока не завершать. Сейчас, ребята. Не решил, да с этого же. Трубу надо поменять. Точно. Включи трек. И так-то не слышно ничего. Если трек включить, наверное, вообще ничего не будет слышно. Угу. Все равно шипит. Обещаю, в следующий раз не выйдем до шипения. Там не было. Просто говори громче, пожалуйста. Сделать, блядь. Шум есть, но говорят, что хотя бы слышно. Ага. Странно. Сигареты не валяем. Слушаем тебя, Мишаня. Добрый вечер. Всем тоже еще раз добрый вечер. Наушников что-то нету сейчас здесь. Есть микрофон, мы прям обычно делаем только обычный. Ну, деньги дорогие. Рукус. Нет, ну да. Микрофон. Ну да.
Или белый обычный там? Да, есть на проводе. А. Любые. Я понял. Ставелли говорил, что Михаил Краснодеревчик снова взяли интервью в совместном треке. Навряд ли. Кому надо, тот все услышит, пишет. Гена не спит. А из Каспийского с кем-нибудь будешь совместно мешать? Я бы сделал с удовольствием, но не знаю, ребят. Куда Кузьмич ушел, только голос остался. Всем доброго вечера. Он здесь сидит за пультом. Альбом ждать. Получается, что ждать уже. Что делать? Это все ведет к альбому, я так понял. И, видимо, к концертам. Мих, планируешь с Типси-Типом совместно? Пока не планируем. Здорово с Норильска. Всем привет, ребята. Здорово, братва. Привет с, с Владимирского Централа. Ничего себе, как ты зашел с трубой. Красава. Есть тоже ответ. Привет. Самара, респект и привет. Респект из Баку. Мишаня, это случайно осень. Не собираешься перевыпустить? Трек «Лютейший» на короткий. Дописать бы куплет один хотя бы. А что ведь три? Не, не будем делать. Лучше много раз послушать, мне кажется, как и серии. Михаил, где тихо, чем он сейчас занят? Мне кажется, он дома сейчас. Юху, привет, Мишка. Привет из Иркутска, друг. Антоха МС будет. Честно говоря, не общаемся, не знаю контактов. Прикольно было бы, если бы. Мочи ебало, блин, страшно. Мишаня, с кем в планах совместно? Пока не знаю, делаем здесь вот. Сами пока. Сейчас футболки подпишем тоже. Да в эфире подпишем, наверное. Если что, вам где футболки. Да не, мы что, подпишем от души всем, тоже прикольно будет. Напишите в комментариях, как вы хотели, чтобы мы разыграли футболки в комментах. Можно сделать, чтобы я подписал их один. Новые футболки. Блин, а я ничего, почему я не знаю, как всегда? Смотри, если твой размер, можно забрать. Да ладно, нет, все, оно было, бам. Да. В общем, футболка. Вот она. Ну, это и старый, конечно, это и старый. Есть еще одна тоже. Напишите, если что, мы подпишем просто все для вас. Плохо слышно. Все уходят из-за того, что не слышно ни хера. Все, в следующий раз, ладно, все понятно, что делать. С Кридом будет совместно, пишут. Кем? С Кридом. Конечно. В смысле тогда? Я уже все битвы отправил, да я все прикалываюсь. В детстве все время погонял был Егор, поэтому нормально. Все заебись слышится. Кому-то заебись слышится, не знаю, как так. Привет, Михаил из Ставрополя. Совместно с кем будет? Шум в эфире, я мочил и буду мочить. Что значит 31 проект? Это моя жизнь, ребята. Я вот так вижу. Круто, ждем благая вещь. Со старым гномом знаком. Вот такой старый гном. Старый гном стучится в дом. Плохо тебя слышно. Со Слимом связь есть? Со Слимом уже у нас есть как связь, да? Со Слимом? Да. Ну, просто так. Просто связь. Вообще, нормально, парень. Плохо тебя слышно. Мобильная. Лично не знаком. Мобильная, реально. Знакомимся, надеюсь. Донецк на связи. Передайте привет сектору. В Уфу из плана с концертным приветом. С удовольствием. В Уфе вообще. В Уфу там клуб выступал, там Тарас. Огонь вообще, поддержка была лита. С Честером хутануть бы. Думаю, гармонично может быть. Честер это кто? Кто тут? Честер. Это из группы Неброча. Нормально его, да, что-то? Что тут говорили? Ну, как я его видел, где-то мне узнали. Знаком, к сожалению. Так вот. Живем в Иркутске и Гена тяни. Гена, он с нами. Мы 22 декабря в клубе Экшн. Гена тоже будет. Димон, МС-18, Миша КД. Сделаем тему. Но как минимум в Москве еще будет с нами Саша. Ватча, респект, Миша. Привет, когда будет в Минске с концертом? Здорово, Миха. Ты православный или христианин? Понятно. Или христианин? Да. А ты кто? Ты веган или мясо не ешь сначала? Тоже мне ответ. Мишаня, здравствуй, как ты? Сколько треков планируешь? Миха, старик, он на связи. Когда ожидать совместки? Кто это? Карик. Это Крутин? Ну, не знаю, наверное. Здорово, Миха. Опять тихо стало. С Ромой Жиганом будет совместно? Нет. А, вряд ли. Чё шипит?
не предлагал, да. Лучший состав «Красное дерево» и главные герои. Неушистый отряд. Рип, Барбас, Боец. Да, Царство Небесное. А это я, Мишка, битый под мышкой. Миша, в Казань планируешь? Пока не знаю. А что там с конкурсом ВК, как попасть, что делать, логотип больше, футболка тема, сделайте белые, а черные есть трек. Братан, на почту тебе сообщение, за фид дай знать, послушай обязательно. Последние, которые приходили, не мое. Я в такой потону. Да, мы отдаем большую упаковку, последний размер, это не для носки, а для того, чтобы просто оставить на память поход. Наклейки на машину. Все будет, наклейки, чехольный телефон, всякие штуки и так далее. А сколько будет, кто на фиде, не за что, как разыгрывается футболки. В ВКонтакте будет информация, как это получить, похоже, как там все будет. Я ее, честно, не знаю, сам. Я еще и поучаствую, может, я выиграю. Если выиграю, отдам кому-нибудь. Мне 2XL футболка надо. Есть? Давай, я тебя сниму, а ты так фиде. Тут это балалайка еще болтается. Здесь цель футболка и цель. Деньги здесь. Привет, привет, привет. Какие условия, Илюх, выиграть футболку? Пока не решили, они будут объявлены во время чата в ВКонтакте. Во время чата? Да. Во время чата ВКонтакте, да, будут там разыграны эти футболки. Давай, да, не знаю. Откуда ППШ? ППШ от 44-го года. Оттуда. С действий военных. Замутите фристайл батл, победитель заберет футболку. Только две футболки. Да, только две. Лю, твоя очередь. Мишанина тетрадка с панчами, которые еще не использованы. Так круто, не хочется говорить. Не только думаешь, надо же знать, передать сразу и писать, как видишь. Не влетать. Тут вот уже смотри, 2-0, 1, почти 8, вот 1.8, уже я есть. Писал, да, в автографе. Да, да. Олег. Олег. Чего хорошего, Олег? На там второй вот был, ты на него размерся, а там был. Ну ты что, братья? Ознобовский. Давай, Димон, делай стиль. Это сделаем что. А ты все сделали? А ты на второй написал? Давай, ничего, ничего. Футболку мне, мои кассеты, нет, твои, нет. Кассеты твои. Твои кассеты. Твои, да. Давай, спортсмен, сделай красиво. Я забыл, как я там расписываю. Громозека. Класс, вообще огонь. Щит, мэн. Да. Фига ты крутарь. Вот это автограф, я понимаю. Вообще душевный. Загони привет шпане салатыря. Как правильно, салатыря или салатыря? Не шарю. Давай, мешай. Так,
Все получит нормально, футболки. Вот, зритель из Германии. Разве это не повод подогнать мне футболку? Наверное, нет. Размяс чемпион. Пригони бродяги в Донецк. Привет, Влад. Германия, мне нужен швейрир. Мне нужен я. Не знаю, как ответить. На версию собирайтесь. Да что ж такое? Шмалевич. Нормально погонял. Привет. Миха, будет ли тур в Башкирии? Если будет, я обязательно об этом дам знать. Мы мясо, мы газ. За что так? Чебоксар. Хорош мою футболку пачкать. Как сам братское сердце. Шмалевич. Нормально. В порядке. Нет, просто Шмалевич все время пишет мне. Как сам братское сердце. Сделай трек с ногами. Не знакомься. Салют, скажи. Миша, как завязать бахать? Помоги. Миша, чем сейчас тихо заниматься? Мне кажется, дома. Передай привет круглому полю. Круглое поле. Возможно, честно. Возможно, вкусно вам. Мы ждем за месяц. Пора новый символ. Респект вам, парни. Давай в Тольятти. Когда розыгрыш? Николай, сколько раз познакомились? Сколько раз познакомились? Очень давно. Очень нужно. Октябрьский с тобой. В Иркутске ждать. Миша, сделай, пожалуйста, для Казани футболку. Дмитрий делает еще музло. Делает. Сургут брось, повежу. Каждый твой трек залучен и известный. Мишай, нужно у тебя много нового. Будем делать. Пересекались лет 15 назад. Ничего себе. Очень давно. На самом деле, группе «Красное дерево» в этом году 17 лет, это очень много. Так. Миша, привет из Элисты. Будешь в Калмыкии, дай знать, встречу как нужно, от души. Миша, как мне бросить плюшки? В окно. Таракар, что думаешь? Не думаю вообще. Плохо слышно. Респект как не бро. Респект как не бро. Это они? Не бро. Не бро. Это же респект. Миха, ты алкоголь употребляешь? Да, нет. Не вы же водки не пьете? Честно нет. Честно Христом да? Богом, Марин, не пиши ничего в Блэкстар. Когда зальете сингл, двигаться будем. Скоро. Скоро сделаем. Брось плюшки в окно. Включите новый трек, давайте ну, с Гуфом, это так, очень много. Мы просто сейчас не можем, мы же его сейчас сделаем. Тем более со звуком круто, голяк, следующий эфир будет уже получше. ТД по-царски, привет, Михаил, с Юричем будет фит. Кто такой Юрич? Не знаю такого. Ты у нас одна радость. Здорово, Миха, привет. Здорово. Привет, передай Башкирию в Октябрьске. Всем привет, Башкирию. Тихо, я надеюсь, будет участвовать. Кепку дай погонять. Блин, так, кепку. С нога на фит. Блин, ну Гладя давно как-то знакомый, но не знаю, даже не помню. Тольятти не бро. Тольятти не бро, да? Крутая обложка в ленте. От души спасибо большое. С Юричем. Миха, здоровья тебе. Минуса интересны всегда. Всегда. На районе чтят, уважают и слушают в Орехово. От души всем. Орехово мой район. Дай в долг 500. Можем оформить. Сама рекламируешь концерт. Братка, будет ли альбом? Где у Пипы знакомый? Не знаю кто. Юрич из крестной семьи Кузьмич. Да. Не знаю. Вот нет. Он стопит у тебя, братья. Мишаня, спасибо за музыку. Версусе участвовать никогда не буду. Альбом. Будем. Все. Какие-то еще вопросы есть интересные хоть? Давай следующий эфир не через месяц, а раньше. Да? Будет что-нибудь интересное, то обязательно сделаем раньше. Я считаю, надо все эфиры за обязанность. Спасибо за счастливое детство. Здоровья, брат. Я считаю, эфиры не надо подвязывать. Вот и все, вы слышали?
Пошипели два раза, хорош. Артёму из Донецка привет. Самый крутой фит, говорят, это Шива. Фит Шива? Мне футболку на Ирихин чайник, только ему не говори. Здорово, бро, красава, Лёха 33 с тобой. О, брачо, я тебя знаю, брат. Дудю в юбу дал, а цепь золотая, да. Да. Дай привет из Тюмени от Андрюхи, Жука. Шила, можно еще? Да, передай привет Мишане с Интернациском. Пульт вам. Первый раз я тебя увидел вживую в 7 году, будет подпуск ТГ. Спасибо за детство, бро. И вам всем спасибо за настоящее. Физкульт, привет. Тоже вам, братское сердце, делаю эфиры чаще. Да нет, это, наверное, будем делать немножко реже. Так, с Кровостоком, к сожалению, не общаемся, но хип-хоп долго, наверное, не весело делать. Инсайд-шоу скоро тоже будем. МСЛИ в Америке. Плохо отношусь к войне. Студия на звук плохой, парадокс, да, я сам счет. Миха, твои треки как жизнь. Миша, прими в эфир. В общем так, я вам так скажу. Наверное, будем завязывать с эфиром, раз нифига не слышно. Мы вас очень ждем на наши концерты, которые пройдут 9 ноября в клубе 16. Билеты рекомендуют сквозь покупать быстрее, потому что можно не попасть. И 22 декабря в клубе Action. Мы дальше двигаться будем. И следите за новостями на странице ВКонтакте, в Инстаграме. Скоро снимаем видос. Я вас люблю, очень скучаю себя. Так что. Да, так и было. В теме 31 проект всегда. Здесь ребята. Ребята, я громко. Ты тоже. Ну, все здесь. Я вас обнимаю. Прекратим эфир. Будем скоро увидимся.